Нине Евгеньевне разбираться в вопросах ЖКХ помогает ее дочь. Но новые услуги появляются постоянно, в том числе и в электронном формате. Чтобы быть в курсе новшеств, она вместе с другими участниками клуба «Активное долголетие» посетила лекцию в рамках «Актива старшее поколение». Замечательную лекцию, с которой мы узнали много нового. О том, как можно решать проблемы, которые возникают по жилищно-коммунальным вопросам. Я теперь буду знать, что если возникнут проблемы, запишусь на прием к депутатам. Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» обсудили с долголетами вопросы содержания многоквартирных домов, работу управляющих компаний и другие актуальные темы. Также посмотрели видеоурок. Он действительно очень полезный. Он дает возможность жителям нашего округа разобраться в сложных перипетиях жилищно-коммунальной реформы, разобраться в платежах. И на самом деле мы сами, депутаты, тоже многое полезное из этой лекции почерпнули. Представители движения «Серебряные волонтеры» успевают не только посещать лекции по разным направлениям, но и регулярно помогают участникам спецоперации. За все время они отправили нашим бойцам более 3000 пар носков, шапок и шарфов, а еще снуды и банданы. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».